Рад приветствовать вас, дорогие школьники! Сегодня мы с вами поговорим о талантливом актере и режиссере Асанжаре Мади. С самого детства он был активным и интересовался многими вещами, ставил перед собой четкие цели и шаг за шагом двигался к ним. Сегодня артист востребован не только у себя на родине, но и в странах СНГ. Будущий кинодеятель родился 4 августа 1986 года в городе Алматы. Учителя еще в начальных классах заметили, что мальчик обладает хорошим голосом и слухом, и взяли его в школьную вокальную группу. Подвижность и пластичность привели юного Санжара в хореографический кружок, где ребята танцевали брейк-данс. Вскоре у мальчика появилось еще одно увлечение – спорт. Его интересовало все. Он брал уроки тенниса, гонял мячи на баскетбольной площадке, рассекал кролем и брасом в бассейне и совершенствовал на ринге приемы рукопашного боя. Кроме того, у мальчика была тяга и к иностранным языкам. После школы Санжар поступил в Казахский университет на факультет экономики. Получив диплом экономиста, выпускник поступил в магистратуру и Академию искусств на режиссуру. После окончания учебы стал магистром экономики и режиссером. Учеба в Академии искусств разбудила в Санжаре актерский талант. Знание иностранных языков пригодилось. Полиглот отправился в колыбель голливудских звезд в Лос-Анджелес, где обучился азам профессии в Нью-Йорк Фильм Академи. На втором курсе стартовала его кинематографическая карьера. Санжар Мади стал сниматься в рекламных роликах. Ну а дебют на большом экране состоялся в 2009 году. Тогда начинающий актер исполнил главную роль в детективном боевике Куата Исаева «Обратная сторона». Казахстанец появился в образе молодого оперативника Нуртаса, обаятельного супергероя, в которого влюбляется вся женская половина зрительской аудитории. Однако фильм с бюджетом в 1 миллион долларов массовый зритель встретил очень холодно. Позже молодой актер снялся в многосерийной мелодраме «Город мечты» с Венерой Нигматуллиной и Булатом Абдельмановым в главных ролях. Режиссеры открыли для себя потенциал артиста, отметив его геройское амплуа. Настоящую славу актеру принесла социальная драма режиссера Фархата Шарипова «Сказ о розовом зайце». Премьера, которая состоялась в августе 2010-го, Мади сыграл представителя золотой молодежи, хулигана Жана. Именно эта роль привлекла к актеру пристальное внимание со стороны продюсеров и режиссеров. Сразу же после выхода картины артиста буквально засыпали предложениями о работе. Яркая второстепенная роль досталась Санжару двухсерийной в картине «Возвращение». Один из ключевых образов исполнил в киноленте «Сердце мое Астана». Российский зритель запомнил нашего казахстанского актера по фильму «Елки-2», где Санжар Мади сыграл небольшую, но очень запоминающуюся роль. Его партнерами по площадке стали Иван Ургант, Сергей Светлаков, Сергей Безруков, Ирина Альферова и Гоша Куценко. Далее артист снялся в отечественном проекте «Книга легенд. Таинственный лес» и в сериале «Подружки». Главная роль досталась актеру в киноленте «Ход конем», где он сыграл Мурата. Это совместный проект Казахстана и Армении. На кинофестивале Pomegranate Film Festival лента взяла награду Best Future Films. Главные роли стали приходить к актеру одна за другой. В 2015 году он исполнил ключевых героев в лентах «Аманат» и «Несломленный». Бұл біздің ақырғы әңгімеміз. Бақылдасуымыз. Бұл менің соғысым. Енді сен еліңе қайт. Кездескенге, кейінгіге. Мен туралы өзің сезген, көрген ақиғатты жеткізерсің. Мына ғайындардың өз шындығы бар. Аналардың шындығы бір басқа. Ал ту сыртындағылар шындықты өздерінше іздейді. Ал мен
Өздің аңғарғандай, өз шындығыма жүгіндім. Ең өкініштісі, әділ ақиқаттың кімнің жағында екенін ешқайсымыз түсін алмадық. Ал мен үшін ақиқат, ол бабаларымның қанымен суарылған мұнау ұлы дала. Осынау ұлы дала үшін, бабалар қанымен армен қорғап қалған қасиетті мекен үшін, атам Абылайдың аманат үшін қасық қаным қалғанша соқса, менің бар шындығым, хәм мақсат мұратым осы. Мен бұдан басқа шындық бар деп ойламайым. Осы жолда жан құрбан. Шахид кетсем, арманым жоқ. В 2016 году Мади досталась комедийная роль в картине «Замуж в 30». Зимой 2017 года на большие экраны вышла картина «Защитники» Сарика Андреасяна. Санжар сыграл Хана. Для этого образа актер на протяжении месяца тренировался, отрабатывал акробатические трюки, научился обращаться с саблей и освоил некоторые приемы ушу. Съемочная группа восхищалась работой Мади. Он мог сниматься по 20 часов в сутки и не жаловаться на усталость. Еще одна роль Хана Мингутимира выпала Санжара в многосерийной драме «Золотая Орда». Премьера состоялась в марте 2018-го. Нельзя не отметить, что Санжар Мади снялся в драме у самого Ким Ки Дука, известного корейского режиссера. Звезде досталась роль второго плана. Главные исполнили Динара Жумагалиева и Инкар Абдраш. Картина представили на Московском международном кинофестивале, где она завоевала номинацию «Золотого святого Георгия». Картина Адильхана Ержанова «Желтая кошка», в которой также снялся Санжар, была представлена на Венецианском кинофестивале и получила специальный приз на Московском кинофестивале «Шелковый путь». Сегодня Санжар Мади не перестает удивлять своих поклонников, развивается как режиссер и наверняка вскоре порадует казахстанских зрителей очередной своей красивой работой. На этом мы завершаем наш урок. Благодарю вас за внимание и прошу ответить на 3 моих вопроса. Первый вопрос. Какую роль исполнил Санжар Мади в многосерийной драме «Золотая Орда»? Второй вопрос. В каком фильме дебютировал молодой артист? И третий вопрос. Как звали героя Санжара Мади в фильме «Сказ о розовом зайце»?